Я мог стать кем угодно. Музыкантом, ресторатором, ведущим, продюсером, мужем, отцом. И стал, потому что всегда был свободным. Альфа-банк. Для умных и свободных. Доброе утро. Встаю, Макси. Вчера поздно спать лег. Девчонки уже уехали. Им сегодня рано. Давай, просыпайся. Уже 7:30, Макс. С рюкзаком мне удобно же обуваться. Он сначала рюкзак надевает, а потом обувается. Тяжеленький уже такой в этом году. Ой, больше книжек. В прошлом году совсем легкий. Одну папочку носила, а тут уже по 3-4 папки. Все, готово? Пока. Пока. Все, пока. Через дорогу внимательно. Бонни, ты почему у кота таскаешь еду? Почему тебе твою дам? Пошли, таскаешь у котика. Чаще всего прячется там, где... А вон он спит где. Вон он где спит. Да, ему там удобно. Тебе собираюсь сделать смузи. Вот, у меня здесь яблоко зеленое, киви, сельдерей и огурчик. Запах, конечно, вообще супер. Смузи очень получается вкусный, полезный. Вот такая вот получилась кашица. Ты гулять хочешь? У нас сегодня какая-то погода непонятная. Здесь у нас светит солнышко, а там, видите, какие тучи летят. Сейчас пойдем, подожди. Идем, 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 идем. Идем гулять, идем. Ты не идешь. Тучки какие, тучки. Мони, мони, мони. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я не знала, что тут кто-то у нас сидит. Бонни хорошо не увидела. Лежит спокойно там себе. Бонни не заметила, так бы она сейчас вовсю бы разоралась. Бонни, нет, туда мы не пойдем, пусть киса отдыхает. Как все заросло, мне нужно сегодня вот это все выдернуть, все сорняки. Ужасно все заросло. Не хочешь? Ну ладно, как хочешь. Купили ему 10 килограмм корма. Вот чашечка мирная. Я ему вот эту вот полную чашку на 3 раза делю на целый день. А то он слишком много переедает. Уйди, тебе насыпать буду. Все. И вот это вот на обед и на ужин еще останется. Все. Это мой завтрак на сегодня. Такой вот смузи. Я сижу, вижу. Хочу связать дракончика. Один у меня уже есть. Но сейчас буду вязать немножко другого. Иди, ты не ешь это. Давай, иди. Иди, иди. Я немножко хочу связать по-другому. Другого дракончика. Нам еще нужно поехать купить подарок мальчику. Однокласснику Каролины. Пригласил он ее на день рождения в боулинг-клуб. Будут они играть в боулинг, поэтому нужно поехать купить подарочек. Никто мне не мешает, быстренько. Сейчас займусь делами. Смотрите, как уже пальма разрослась. Прям снизу, что делать? Ой, там паучок. Паучок там живет. Как-то странно, я не знаю, вот эта вот палка лысая. Может ее срезать вообще, вот так спилить? Я не знаю. Елочка все уже. Елочка не выжила. Ее нужно выкинуть. Так, берем перчатку. Вот такая вот палочка мне еще нужна. Выручалочка, что ли?
Разувайся, куда пошел? Я на улице с Мишей. Ты иди туда переодевайся. Прям там, как туда переодевайся сначала. Штаны переодень, шорты можешь надеть. И футболки остаться. Я мог стать кем угодно. Музыкантом, ресторатором, ведущим, продюсером, мужем, отцом. И стал, потому что всегда был свободным. Альфа-банк для умных и свободных. Смотрите, почти почистила. Видите, как хорошо. Почти все. Еще вон там, вон подальше осталось почистить. Вон ту. И все. И косить травку можно спокойно. А то если сейчас сначала покосить траву, эти сорняки, я их не увижу, они потом все равно опять вырастут, потому что корешки останутся. Я выдергиваю сразу вместе с корешками, чтобы больше они не росли. Ты его к зиме готовишь? Надо жирок набирать, да, котик? Он еще кушать хочет. Еще кушать хочет? А он не обнаглел случайно? Вот раза три в день к нам приходит. И на завтрак, и на обед, и на ужин. Киса, ты не обнаглел? Котик. У меня белье еще не высохло, а тут уже еще одно постиралось. Где сушить, не знаю. Еще мокрое. Только давай тут не трись. Китюня. Глазки такие интересные у него. Угу. Эту сторону я покосила. И папа там сейчас стрижет у соседей, а? Когда свой телефон, он 100% в ТикТок смотрит. Каро! Дай мой телефон. Так как этот кустик растет на нашей стороне, но он заходит на сторону соседей, Лео помогает им, подстригает, потому что там бабушка с дедушкой живут. Чтобы было ровненько. Ты уроки сделала? Уроки, обезьянка. Надо идти купить. Уроки пойдем. Делай, потом сейчас поедем. Папа закончит. Пока пойдем. Делаю уроки. И потом поедем за подарком. Все, готово. Сейчас здесь тоже почистим. Сейчас он так почистит, тоже чистенько, чтобы было. И все. И у соседей тоже будет красиво. Куст, видите, какой широкий, он на их сторону заходит. Но это наш кустик, поэтому мы его подстригаем и соседям. Ксюша, открой дверь. Открой дверь. Фу, доски грязные, иди в стирку неси. Ну, Ксюша, открой. Давай, давай, быстро, быстро, быстро. Сейчас она за 5 минут покосит травку. Ксюша, она так, когда ты бежишь быстро, он не успевает стричь. Видишь, успевает? Нет, видишь, плохо. Пробелы есть. Потихонечку лучше. Поехали за подарком. Ты уже знаешь, что будешь выбирать? Точно? Ты у него спросила? Mm-hmm. Подарок не для себя выбирай, а для мальчика, ладно? Mm-hmm. Каролина не любит таких кукол. Она их боится. Часики Бэйби Йода. 10 франков. 11. Забунька. Colores y tú aprietas rápido. Bueno, llévale eso. Llévale eso también. Tú querías el... Так он просто собирается, мне кажется. Смотри, какая большая. Это Маргарита хотела. Или вот эти. Ей нравится, да. Не знаю. В общем, в итоге взяла Каролина вот такую штуку. Как поп-ит. Игра такая. Challenge yourself. Четыре разные игры должны быть. Четыре разные машину? Игры. И взяли Лего. Тачку такую. Да, антистресс. И Каролина себе тоже взяла одну. Сидит, играет. Интересно?
На внимательность. Связала я дракончика. Он у меня получился большой. Что-то меня прям тянет на большие игрушки. Еще остается довязать ему вот эти вот его, как их называют, не знаю, рожки по всей голове, получается, по спинке. И я еще думаю, связать ему хвостик или нет, или так оставить. В общем, получился вот такой вот дракончик ушастый. И все, хватит уже с большими игрушками, надо что-то поменьше вязать. Слишком они у меня огромные. Макс гоняет. Тебе удобно так? Да. Я еще не пробовала, говорят, очень хорошо, прям реалистично. Ой, да. Наушник не одевай. Ты выиграл? Да. Первый? Молодец. Не первый. Не первый? Третий, ну тоже хорошо. Схема, система, папа ему сделал. Руль прикрутил. Тут переключалка еще есть скоростей. Педали. Прям машина виртуальная. Мы тут сидим, делаем немецкий всей семьей. Пишем с Каролиной. Давай, мы за тебя же не будем писать. Голодная, вон там макароны в сковородке. Даже папа наш сидит с телефоном, с помощником. Сложно. Если папе сложно, так Каролине тем более. Нет, не пиши своим почерком. Ну, Каролина, ты накип. Мы уже тут красит рюкзак свой. Так, в итоге, это какой, фиолетовый или синий? Лямки решила покрасить. Непонятного цвета. Будут синие или фиолетовые. Косичку давай завяжу. Заплету. Я не знаю, как ты можешь спать с распущенными волосами? Тебе волосы не мешают? Ты в них не запутываешься? Мне кажется, запутываешься. Я подчитаю, что тут можно делать. Блин, а тебя в чем-то ты их испачкала. У тебя кончики липкие. В чем ты испачкала? А я играла. Ну вот поэтому нужно завязывать волосы, когда играешь. Такие классные. Пойду тоже отдыхать. У меня что-то я уставшая. Время 10 часов. Если я не лягу до 12, потом мне очень сложно уснуть. Влог смонтирую лучше завтра утром. Сейчас пойду отдыхать. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем влоге. Всем пока. Я мог стать кем угодно. Музыкантом, ресторатором, ведущим, продюсером, мужем, отцом. И стал, потому что всегда был свободным. Альфа-банк для умных и свободных.